разведка вооруженных сил ДНР получены сведения о разработке на территории Украины с помощью американских военных специалистов химического оружия. Установлено, что работа ведется на территории базы хранения «Флора» в северо-восточном населенном пункте Кочетов, Харьковская область, Чугуево-Бобчанское лесничество. Отмечу, что с середины мая 2015 года весь гражданский персонал базы был уволен. После этого охрана объекта была усилена бойцами специального назначения ВСУ. Неделю назад нашей разведкой был зафиксирован ввоз на территорию объекта 20 автомобильных цистерн емкостью 5 тонн с неизвестным отравляющим веществом. Не исключается, что после полученных результатов с помощью украинских военных специалистов киевскими властями будет готовиться диверсия на территории Украины с целью обвинения руководства ДНР в преступлении против человечества. В этих целях 26 мая на аэродром города Мариуполя прибыла дополнительная группа американских военных специалистов в области химии. О готовности применить оружие массового поражения украинскими силовиками, санкции киевских властей, но непременно будет доложено общественности.